прошлый год в нашей школе прошла, как сказать по-русски, раздробление нашей школы. Часть нашей школы передали в город, раскинули по несколько школам. Ну, функционируют тем, что говорят, что не хватает преподавателей. Или в местном бюджете денег, которые не распределяются, а распределяются сверху, а на местах. Что хотят, то творят. Значит, глава администрации нашел 2 миллиона денег купить себе машину за казенные наши деньги. Нашел денег. А на нашу школу нет у него денег. Он экономит автобус нам купить, который будет возить ребятишек, но максимум год. Через год он развалит, скажет: люди, ездите на городском автобусе. Бросит ребятишек на произвол судьбы. А городской пятый в школу не ходит. А городской автобус рабочий, который школьников будет возить только в одну школу. И не факт, что он будет ездить круглый год. От силы год проездит до новой власти. Неизвестно, чья это будет власть. А потом хотите, чтобы мы выбирали местную власть. Кого выбирать, когда наши что хотят, местная власть, то и делают. Школу уничтожают, рабочих мест нету. Как людям жить? И вы хотите, чтобы мы за эту жизнь голосовали? Вот, не будем говорить о власти. Пускай Путин и вся администрация в округе подумают, что мы живем не одной Москвой, а вся Москва питается всем севером и всей Сибирью.